Всем привет! Начинаем очередное путешествие по нашему северному соседу. Швеция, Стокгольм. Если не ошибаюсь, это было в 2013 году, в августе, вроде бы. Бродил я по Стокгольму и наткнулся на фестиваль китайского творчества. Фестиваль проходил в парке, было очень много людей, очень красиво, так жизнерадостно, тепло выступали китайцы на сцене, какие-то элементы ушу, карате, вот, музыка китайская определенная. Ну, кому-то нравится, кому-то нет, но все равно это было интересно. Это женщины, которые танцевали, большой был такой ансамбль пляски с красными флагами. Вот. Женщины, ну так вот по виду не очень, ну, не очень при очень молодые, но очень хорошо, задорно танцевали под хорошую китайскую такую жизнеутверждающую музыку. Вот, играла девушка на инструменте, как этот инструмент называется, я не знаю, но вот распространенный такой звук китайский, да? Вот. Очень было интересно, здорово, хорошо. Вот я сделал маленький сюжетик, такую подборочку, и кому интересно, может посмотреть. Вот примерно все, что я хотел сказать. Будете в Стокгольме, точно попадете на какой-то фестиваль. Очень часто проходит там на одной из центральных площадок, недалеко от памятника одному из убитых зайцев. Я тоже это как-то показывал по видео. Вот. Очень хорошо, интересно. Приезжайте в Стокгольм, посмотрите. Это здорово. Все, пока. Всем привет, до свидания. Смотрите. Кто досмотрит, конечно. Все, пока-пока.